Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко прокомментировали освобождение своей подзащитной. Сутки спустя после обмена Надежды Савченко на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Адвокаты заявляют, что окончательная договоренность об обмене была достигнута на ночных телефонных переговорах лидеров стран Нормандской четверки. Вы знаете, ей бы не хотелось, конечно, возвращаться через помилование. Это ее позиция. Она была, и вы помните, она писала нам не раз бумаги, запрещающие, значит, подписывать любое помилование без нее. Решающая роль была за самим Путиным. Вот кто на него воздействовал в решающей степени, это Нормандская четверка. Освобождение Надежды Савченко произошло накануне саммита Большой Семерки, где обсуждается и вопрос о санкциях против России. Но сегодня политики уже заявили, что освобождение украинской летчицы не является достаточной причиной для снятия санкций. Обязательным условием их отмены будет лишь полное выполнение Минских соглашений.